кустарный ксенон нарушает закон. За 3 месяца 2018 года сотрудники региональной госавтоинспекции выявили 26 водителей, управлявших транспортными средствами с неправильно установленными ксеноновыми и светодиодными лампами. В конце марта по данной статье суд вынес постановление в отношении сразу 4 жителей Ивановской области. Все признаны виновными. Каждому суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев. Есть повод проверить законность световых приборов авто, пока это не сделали госавтоинспекторы. Есть обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, в том числе соответствие его конструкции. Поэтому граждане, которые приобретают автомобили с установленными светоизлучающими диодами в головных фарах, либо с газоразрядными лампами, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, рекомендуем это устранить до выезда на дорогу, чтобы избежать неприятных ситуаций.